держат тебя. Вот, мы встали. Слушайте, как это она быстро встала. Помните, как Потапыч? Сначала ногами дергал, лапами, чтобы это... И не взять было. Не кричи, никого. А. Ты медведей пугаешь. Это вы медведей пугаете. Тонечка, Тоня. Потапыч, он охотится уже. Нет. Он боится. И она боится. Тонь, иди сюда, Тонь. Тоня. Тонь, в эту сторону иди. Потапыч. Тонечка, Потапыч, нельзя. Больно. Не ходи туда. Она сейчас говорит, я драться пойду. Угу. Пойду, говорит, я разберусь. Тонь. Никак. Сейчас. Уже сейчас никак. Чего? На перегонке было тяжело, наверное, делать операцию. Ее просто затащить нужно было в перегонку. Да. Тонь. Потапыч уже боится, он сейчас дверь вынесет там. Не. Тоня. Да Потапыч в перегонку спрятать от Тони. А, кстати, идите, да, загоните. Попробуйте, если получится. Открой перегонку, спрячь его. А то сейчас там это у нас. Пока. Ага, до времени хоть немножко. Пойдем, Паша, Потапочка, пойдешь, иди с Юрой, пойди. Да, он тебя защитит, он тебя спасет. Иди, Миша, да иди, Потап. Крадется, боится. Шутка, Паша.